Зимова рибалка у нинішніх умовах справа небезпечна, кажуть рятувальники, і не радять перевіряти на міцність кригу на криворізьких водоймах. В настоящее время толщина льда достигает 3, местами 4 сантиметров, но это не является поводом людям выходить на лед. Мы, спасатели, предупреждаем всех, что лед считается безопасным, если его толщина составляет не менее 5 сантиметров. Для групп людей, которые выходят на лед, это чаще всего бывают рыбаки, толщина льда должна достигнуть 12 сантиметров. Лише за останній тиждень на українських водоймах загинуло 20 людей. У Кривому Розі обійшлося. Тим часом рятувальники нагадують, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Як правило, чоловік, який починає провалюватися під льод, втрачає перше – це чувство самообладання. Страх сковує практично всі мишці. Ми в таких випадках, перше, звісно, наскільки це можливо, рекомендуємо зібрати всю свою силу, так сказать, в кулак. Если лед позволяет держаться локтями, вылазить на лед с помощью локтей и спины, отталкиваясь ногами от противоположной стороны полыни, в которую он провалился. Допомогти у екстремальній ситуації можуть і перехожі. Насамперед дзвонити на лінію 101. Та в очікуванні підмоги можна самостійно починати діяти, утім зважаючи на непорушні правила. Используя различные предметы, это могут оказаться под рукой ветка, жердь, шарф, все что угодно. Подползать к утопающему можно только, желательно только на животе или спине, то есть ползком. Масса тела расширяется и, соответственно, нагрузка на лед становится меньше. Подав человеку предмет, который у вас есть под рукой, таким же образом пытаться вытаскивать человека по тому же маршруту, которому ты добирался до места происшествия. Олександр Карамушка, Роман Кравченко. Цей день.